Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения, с вами Рэй, и сегодня мы поиграем в игру «Вперед на зубе войну». Но почему я решил делать серию? Ребят, я просто зашел поиграть, как проходящую, заработать немножко денег, и что я сегодня обнаружил интересного здесь? А касается это именно нашего героя, Аустина... Вот именно его. Это у нас бандит, воришка. Называйте его как хотите. Вы знаете, что у него способность есть вот такая вот. Находит деньги в убитых им зомби. Но раньше мы с вами находили, помните, да? Сундучки падали. И, по-моему, был предел 122 монеты за раунд. Так я хочу вам сказать, что теперь эти ограничения сняты. Видите, у меня в данный момент 2512 монет. Это все я забил, точнее, набил за 4 похода. В общем, давайте посмотрим. Я не знаю, что это баг, лак, или это вот так и должно было быть, или исправление какое-то. В общем, сейчас Аустин просто клондайк для тех людей, которые хотят заработать много денег. Это просто машина для фарма. Ну что же, давайте смотреть. Сохранилось у нас или нет По крайней мере, в первый раз, когда я зашел в игре В игру Все у нас было на мази Давайте проверим кстати, у меня задание это не поменялось. Посмотрим. Да, потратить 20 топлива. Этим я как раз и буду сейчас заниматься. Так, сколько у нас сейчас посмотрим денег? 2512. Запомнили, да? 2512. Ну что ж, поехали. Посмотрим. Сколько мы с вами успеем набить. Я сейчас запишу. 2512 монет у нас было. Посмотрим, сколько мы сможем набить. Так, вызываем Аустина. Естественно. Так, главное, чтобы он не упал, ребята. А он может. Он такой. Хлипкий парень у нас. Ну, вы прекрасно понимаете, что фармлю я именно этот этапчик. Как видите, деньги выпадают. Так, 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 главное, чтобы его не хлопнули. Блин, ну что же он подставляется так, а? Смотрите, видите, 14 монет 12 То есть выпадает 12 опять выпало только что 18 Ха -ха. В общем, ребята, фармим просто Сколько сможем Деньги просто рекой к нам будут течь Но для этого, естественно, нам нужен именно Аустин Только с помощью его, его можно так вот хорошо пофармить так, вы смотрите, уже 2672 монеты. Бомбить будем, ребята, до тех пор, пока у нас э, не появится предупреждение о волне. После этого я буду вызывать марины, которые будут, естественно, разбирать баррикады. Так. Отлично. Давайте еще одного Аустина вызовем. Просто великолепно. Я, я просто был в шоке, ребят, когда это увидел что деньги вот так вот просто сейчас рекой текут. Раньше, помните, да, у нас появлялись коробочки, мы их собирали. Ну, там сколько? По 10 монет это был максимум. 10 монет с одной коробочки. А теперь мы просто с зомбарей вытаскиваем от 10 до 20 монет. Это вообще просто чудо, ребят, какое-то. Так, вот это мне не нравится. Пошли прочь. Так, смотрите, уже 2886, а было 2512. Елки-палки, офигеть. Вот о чем я вам и говорю. Только ради этого, ребят, я стал делать серию. Вместо проходящей, как говорится, решил записать вот такой вот обзорчик вам. Смотрите, уже 3000. 3000 монет. То есть я набил... Грубо говоря, э, так, 500 монет. Даже уже больше. Представляете, за одну заходку 500 монет. Вот так вот. И теперь представьте, сколько я смогу набить. То есть, это вот у меня 4 похода было. Я 2000 набил, да, с э, На пятую я набил 3000. Ох, я даже... Даже боюсь представить. А вы представляете, что я могу сделать теперь на эти деньги? Я смогу пойти вот сюда. Нет, подожди, не сюда. Я смогу пойти вот сюда. Нафармить, точнее, на создавать себе целую кучу всяких этих. Ну, например, лекарства даже, да? Сколько у нас там оно стоит? 225. Это на третий уровень. Вы представляете, да? Офигеть. Красота. Ладно, ребятушки, давайте мы с вами, наверное, потратим все топливо. Блин, конечно, это все будет долго. А, подождите. Ну, ладно, ладно, давайте мы, наверное, вот это закончим. У нас же еще лига. На лиге, ребята, я, как обычно, остался на первом месте. Я получил свои э, денежки. Я получил э, сундучок. Вот, это все у меня лежит. Сундук я еще не вскрывал. Надо будет вскрыть. Но сейчас вот я именно... Хочу пофармить себе денег. Мы этот уровень сейчас с вами пройдем. Потом я нажму на паузу, ребята. За кадром э, потрачу все топливо и посмотрите, сколько у меня там получится по денежкам. Так. Коп, коп, коп. Подходи, пожалуйста. Полицмен. Давай, давай. Строчим, строчим. Так. Короче, грубо говоря, у нас 2880, да? 2880 голды. Посмотрим, сколько мы с вами наберем. Так, 2880 было. Посмотрим, сколько мы за этот уровень с вами наклепаем. Естественно, чтобы больше нам шло денег в карман, нам нужно больше воришек насоздавать. Потому что только за убийство именно Аустином деньги к нам идут. Так. Ну давай, давай, давай. Блин, там еще откат. Хорошо, давайте вызовем рейнджера. Так, и будем уже Аустина вызывать. Пошел. Так что, ребятушки, советую, если у кого нет Аустина, его обязательно приобретать. И фармить голду Голда у нас здесь это все Это и улучшения, это и покупки Кстати, 26, я так понял, октября, ребята, запускается ивент на Хэллоуин Там будут зомби с тыквами на голове бежать Ну, короче, я не знаю, в чем суть Но будем зарабатывать с вами опыт Прогресс какой-то, за который мы потом, по-моему, и сможем покупать нового юнита так, ладно, ребята, бомбим. К тому же у меня скоро отпуск. Буквально через 5 смен. Я ухожу в отпуск на 2 месяца. Так что времени у нас будет тут повеселиться. Ну что, смотрите, уже 3160. Я... Ой, ребят, у нас волна же. Сейчас пойдет. Надо пробивать э, баррикаду. Так, давай. 3214, да? Ой, деньги просто рекой текут, ребят Я, я очень и очень Этому доволен Что вот так у нас получилось Так, это получается у нас 3238, да? 238 Давайте посмотрим, сколько у нас получается Это... Так э... Тут у нас получается так Тут вот так вот Короче, где-то 358, почти 360 монет набили, ребята, мы с вами за этот уровень, за тот 500, за этот 300. Но все равно, я считаю, что это очень хороший показатель. Так, в общем, давайте, ребята, я нажму на паузу, быстренько сплавлю весь бензин, чтобы э, выполнить вот это задание. И пойдем, естественно, с вами вот сюда зарабатывать <laughs>, наше топовое место. Так, заодно сейчас посмотрим. Ё-моё. Ну, тем слаще будет подниматься наверх и зарабатывать еще деньги. Так что, ребятульки, ждем результатов. Ну что же, мои друзья, вот у нас и осталось всего лишь две горючки. Давайте по-быстренькому от нее, как говорится, избавимся и завершим задание. Как видите, у меня уже почти 6000 голды, ребята. Это очень хороший показатель за такой короткий промежуток времени. Так, ну что ж, давайте достойно, как говорится, мы пройдем этот этап. Давай, давай, давай. А, нет, вначале мы с вами вызовем полицейского, конечно же. Так, полицейский, ну давай, появляйся. Е-мое, что за дела? Где-то там заснул, что ли? Все. Ну, а теперь, ребята, можем вызывать смело уже нашего Аустина. Пускай он тут развлекается. Главное, деньги капают. <с> Больше нас ничего не должно волновать. Так, тихо, тихо, тихо. Здесь нужна Сонька. Давай, бомби. Вот, вот, вот ненавижу, когда они начинают бомбить его. Аустин стоит, как тупой, боится и ничего не может сделать. И, естественно, зомбари его просто-напросто накрывают. Поэтому за один бой приходится 2-3 раза его вызывать заново. Так, ну тут пока нормуль. Ребята, сейчас уже будет 6000 голды. Буквально еще одного зомбика. Да. Нормулька. Интересно, сколько мы наберем? 6200 наберем, как думаете? Я думаю, что наберем. Даже, возможно, больше наберем. Так, давайте рейнджера вызовем себе на помощь. Так, блин, мало у нас этих воришек. Надо побольше. Их всего здесь двое. Для хорошего фарма их нужно 4 или 5. И это вообще будет замечательно. Они будут бомбить зомбарей. Соответственно, будут получать наличку себе в кармашек. А вот то, что у нас сонька, да, и полицейский стреляет. Это очень даже невыгодно. Когда их много. Слушайте, я, наверное, что-то переборщил, сказав, что мы с вами наберем 6200. Хотя, может быть, наберем. Слушайте, скорее всего, наберем, ребят. Да, уже набрали. 6200 уже набрали. Даже, может быть, 6300 наберем. Знаете, как я играл? Ребят, я ждал, когда у нас будет волна. На волне я не пробивал баррикаду, я просто выставлял очень много войск. И когда они бежали на меня, естественно, за этот период я тоже набивал голду. Причем даже не очень плохо. Так, ну что, давайте добиваем. О, даже 6343 уже. Ребят, это вообще шикарный показатель. Так, ну что, наверное, пора вызвать Марины, да? Как говорится, пробивать проход. Да, по-моему, пора. Так, побежали, побежали, побежали. Так, главное успеть. Ну, если не успеем, то мы получим люлей, может быть, с лиганцухи. А может быть и нет. Нет, как видите, они не успели. Замечательно. Ребята, короче, наш окончательный результат это 6410, да, по-моему? Сейчас посмотрим. Да, 6410 голды. И, соответственно, завершаем выполненное задание. Забираем еще здесь 60 голды и 180 опыта. Ай, хорошо-то как. Ну что же, а теперь давайте-ка мы, наверное, здесь вскроем с вами сундук. Посмотрим. М -м -м, слушайте, неплохо. И пойдемте с вами уже, как говорится, забивать топчик. Топчик, естественно. Так. Ну давай, давай, прогружайся, что такое? Так, я на восьмой позиции, ребята Так, не нравится мне Расстановка, как говорится, моих юнитов Поэтому давайте делать, как обычно, стандартик А стандартик у нас как выглядит? Приблизительно вот так Сюда еще не хватает Соньки Где у меня Соня? Вот она Слушайте, вот так, я думаю, будет пока оптимально Ну что же, поехали в бой, да? Посмотрим, да куда мы найдем. Кого сможем победить, кого не сможем. Так. Ага. Ну что же, здесь все замечательно у нас прошло. Двигаемся с вами далее. Ой-ой-ой, щитоносец. Оу, как же, как же это, ребята, так получилось нелепо. Я даже не понял. Гренадир вроде бы бросил бомбу, но почему-то она... Опс. А вот здесь опять же фигово, ребята. Смотрите, смотрите, как, что он там сделал. Да ладно, пятому уровню проиграть. Да елки-палки. Это вообще нелепость какая-то. Погоди-ка, а что, гренадир может вторую гранату бросать потом? Странно. Что за фигня-то? Что за параша такая, ребят? Смотри. Мы проигрываем каким-то четвертым, девятым уровнем. Что за фигня? Видимо, Расстановка очень хреновая у меня. Вы заметили, что сейчас э, механиков никто не берет. Как-то странно. Ладно, сейчас, короче, ребята, мы с вами пройдем. Здесь, я смотрю, больше все-таки нужно ставить таких юнитов, как, например, Гвард. Ну ладно, давай предположим. Ага, ну здесь вроде бы нормально получилось, да? Так, Шарлотта нас не пробила, естественно, за это и поплатилась. Это всего лишь вторая победа. У нас всего лишь вторая победа. Жесть. Так, автоматчики здесь бесполезно. Слушайте, по-моему, я думал, что гренадир может проходить у нас э, через огонь, а оказывается нет. Да, ребята, он может бросать второй раз гранату. Я сейчас лично в этом убедился. Эй, 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 эй не надо ко мне, иди туда. Черт, так нелепо, а. Ну, что у нас здесь? Понятно. Огнеметчик нужен, ребят, здесь. Без огнеметчика как-то кисло идет все. Так, здесь у нас что? Ага. Воу-воу-воу-воу-воу. Фиган. Порешал. Три победы, ребят, это вообще ничтожный показатель. Такого что-то я давненько не помню. Ладно, хорошо. Вы посмотрите, ё-моё. Так, где моя колода, ребята? И давайте с вами менять. Менять я буду вот таким вот образом. Соню я убираю и буду ставить... Слушайте, а если я поставлю Кэпа? Вот сюда. Вот. Если вот так вот даже сделать. Посмотрим, да, ребят? Я думаю, я думаю, что что-то будет от этого хорошего. Давайте вот так начнем со Снеса 147. Поехали, глянем. Так, ага. Так, 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 так. о, пробьем? Нет, ребят, пробьем. Пробили. Дедушку сейчас снесем, ну и соответственно снайпершу тоже мы должны убрать. Замечательно. Так, двигаемся далее. Снайпер, ой, Кэп чем хорош, ребята? Тем, что он в бронежилете. Его не так легко прострелить. Даже той же самой снайпершей. Где я не понял? Я... Ага, все. Так. Рурал Вортекс. Давай посмотрим, что за Рура Вортекс. Ой-ой-ой-ой-ой. Да ладно, что ж так хреновенько-то? Смотри, 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 стреляет. Есть. <порвали>, Порвали. Причем довольно хорошо. Двигаемся далее. Так, злопамятный. Хорошо, давай посмотрим. Так, я не помню, что-то как-то хреновенько здесь у нас. Кэп, дойди, дойди до снайперши. Нет, не успел, ребята. Он, к сожалению, не успел. Ладно, мы сейчас переиграем. Так, соли, ребята, немножко отвлекся. Ну что же, продолжаем. Так, злопамятный, да, у нас? Ух. Смотрим. Отлично. Елки-палки, ну, ну почему гренадир у меня падает, как ватный, а? А вот здесь у нас уже больше шансов, ребят, смотрите. Так. Да ладно, блин. Кто победил? Я. Ух, ладно. <с> ну, тем не менее, победил, хотя никто не выжил. Двигаемся с вами дальше, ребята. Так, еще три. Три врага у нас. Что тут такое у нас появилось? Саппорт сервис. Да ладно, нам это не нужно. Так, Вилли, 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 падай. Отлично! Шикарно! Ну вот так вот, ребята, добавили всего лишь кэпа в команду. И все, и понеслась, как говорится, душа в рай. Поехали дальше. Так, у нас точно, да, ребята, у нас еще Ливольф. Давайте посмотрим, что это за Ливольф. Ага. Все, тут кранты, ребят. Тут ничего не поможет им. Хотя. Ай-яй-яй-яй-яй-яй Замечательно Кэп рулит Тихо, вот здесь вот хреново, ёпросты е... Ух. Нам чисто повезло Что зомбар все-таки пошел туда Ну и остался лишь последний у нас противник здесь Так, ну давай быстрее Прогружайся здесь э -э Это у нас Кьют какой-то, да? Хорошо, давайте глянем, что за кьют у нас здесь Ага, у него, значит, гренадир, автоматчик, блин, и огнеметчик. Ой. Так, никто не может сейчас ничего сделать, да? Тринадцатого уровня, в принципе, такой же, как и я. Но... Ой-ой-ой-ой. Ну, давай, огнеметчик, взорв... взорвись! А, и он сейчас зажарит, зажарит, ребята, моего кэпа. Хорошо, ладно, предположим так. Что мы можем здесь э, сделать? Здесь надо нам вот так вот, пожалуй, сделать, ребята. Я бы даже, наверное, нет, вот так вот. Так и вот так. По-моему, ничего не поменял, да? Ладно, тем не менее, давайте смотреть. Так, у него гренадир-то тут есть? Да, у него есть гренадир. Ага, хорошо. Короче, у нас получается как? Он бросает гранату в моего гренадира, и тот, соответственно, взрывается. Если как вариант его поставить вдаль, подальше, я имею в виду. Вот тут достаточно было бы, чтобы взорвался у нас огнеметчик, и все, тогда было бы все отлично. Нет, не отлично, ни хрена. Я думал, что он когда взорвется, автоматчик тоже может, ну, отдуплиться. Но не прокатило. Хорошо, тогда мы делаем немножечко по-другому. Мы сейчас с вами э, поставим вот сюда Кэпа, а вот сюда вот Гренадира. Все, поехали. Вот так вот попробуем, ребят. Ну-ка. Ой, ой 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 Да как же так? Чё ж так хреново-то вышло-то, ребят. Нет, снайперша здесь у меня не справится, к сожалению. Мы это прекрасно видели. Слушай, что за ересь-то? Не получается у меня? Гренадир промахивается. Можно, знаете, что попробовать замутить? Ага, нет, тоже не получится. Короче, мы уберем с вами снайпершу. И вместо снайпершей поставим. Слушай, а если я поставлю сольку вместо снайпершей? Что-то изменится от этого, давайте проверим. Мне кажется, ни хрена не изменится. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, 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 ну, этого взорвали. Сможем ли мы автоматчика уничтожить, ребята? Слушайте, он хорошо прокачанный, но да, мы справляемся. Вот и, в принципе, все, ребят. Мы с вами опять забрались на первое место. Теперь нужно продержаться. А сколько у нас будет длиться по времени? Один день, 19 часов. Ну, грубо говоря, почти два дня. Так, и что же я хотел? А я хотел, ребят, на... готовить себе много-много всяких плюшек. Так, давайте приступим. Что у нас есть? У нас есть порох. Вы знаете прекрасно, что порох нам нужен для стрелков. Стрелки у нас всегда в почете. Были, есть и будут. Так, здесь мы можем теперь хлебушек переработать. Давай. Слушайте, обалдеть. Сколько мы с вами золота сегодня нафармили? Это же круто просто-напросто, ребята, теперь я, я даже не знаю, если каждый день, каждый день тратить по 20 горючки, а вы знаете, что в день можно э, где-то раз 5-6, это минимум проходить при full топливе, то это же сколько можно, это в день можно зарабатывать, за сутки, грубо говоря, 20 тысяч это как с куста. Это даже, знаете, это ни о чем просто-просто. Единственное, что да, придется все время сидеть в этой игре, просто прописаться. Но тут, как говорится, каждому свое. Кому нужны деньги, тот, наверное, будет сидеть тут и, как говорится, фармить, фармить и еще раз фармить. Да. Я все-таки рад, что вот они сделали такую возможность теперь э, выбивать деньги именно с зомбарей. Не как раньше сундучки падали, а вот именно выбивать напрямую. Это все-таки классно. Так, ну что у нас, ребят, лекарства, хлеб, таблетки, таблетки. Давайте еще таблеточек засунем сюда. В переработку, конечно же. Так. Замечательно. Так, у нас с вами еще здесь... Слушайте, ну, изготавливать недорого. Это понятно, да? А дорого получится у нас прокачивать самих уже юнитов. У нас, кстати, давайте посмотрим, есть. Кого-нибудь, чтобы прокачать. Кстати, Аустин у нас еще не прокачан по фулу. Да-да-да. Не стоит этого забывать. Так, кого же. Ах, ну да, конечно же. Кстати, я не видел, чтобы он как бы пользовался такой большой популярностью. Но, возможно, так, подожди, у меня нет удачи, ребята. А без удачи. Не прокатит такой вариант. Так, удача у нас из чего там делается? Она делается из шоколадок, по-моему, да? Шоколадки, шоколадки. У меня одна только. Тогда нам придется э, с вами радио. Три радио дают нам, по-моему, шоколадку должны давать, да? Да, да, да. Именно так. Хорошо. Давай еще. Вот. Теперь, кстати, ребята, отпадает м -м, такая, как говорится, функция, чтобы продавать вот эти вот щетки, хлеб. Радио. Раньше я продавал, чтобы э, хоть как-то денег себе набрать. Насобирать, да. На юнита, на определенного там. Или на прокачку. Сейчас в этом надобность просто-напросто отпадает. Потому что мы можем это элементарно себе нафармить. Причем спокойненько. Да, круто. Так, ну что, у нас 4 шоколадки. Давайте с вами сделаем одну баночку газировки. Хотя, я думаю, может быть, Аустина прокачать. Он же у меня все-таки основной. Добытчик бабла. И чем больше... Да, кстати, наверное, будем все-таки его. Чем быстрее он будет стрелять и наносить дамага, тем лучше для нас. Так, ну что, Аустин, давай, родной мой. Так, и газировка. Сколько у тебя ап стоит? Почти, почти, ребята, 2000. То есть, соответственно, следующий будет стоить, наверное, 2000. Так, погоди, погоди, погоди. А, ну да, все нормуль. Так, две шоколадки. У нас две шоколадки, ребята. Поэтому нужно еще сделать одну. А у меня хватит на одну-то еще. Сейчас глянем, посмотрим. М -м, это у нас радио. А радио нету, к сожалению. К сожалению, ребята, нету. Ну ладно, не беда. Мы с вами потом все это нафармим. Потому что я не хочу. Я хочу, чтобы у меня были бойцы топовые. Все по три. Кстати, а если посмотреть, они у меня все по три. Ага, губишки раскачал, ребят. Смотрите, 2-2-2-2-2-2-2-2-2. Вот только здесь 3-3. Здесь даже 1-2-2. Все это надо будет обязательно переделать. Да, сэкономил я. Так, ну что, я думаю, что мы, ребятушки, с вами уже встретимся, как говорится, на ивенте. А он будет уже скоро. И Будем зарабатывать себе на нового юнита. А на этом, пожалуй, все. Всем большое спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось, было что-то полезненькое. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.